Блокчейн – это новая институциональная технология, цитирует информагентство CoinDesk экспертов Австралийского университета Эрмит, рассуждающих на тему блокчейн. Технология блокчейн – это новый механизм координации экономической деятельности, открывающий новые возможности для сотрудничества. Во многих отраслях люди перестают нуждаться в посредниках, так как блокчейн дает им возможность торговать своими талантами и навыками в среде за пределами большого бизнеса. На сегодняшний день внедрение технологии блокчейн вызывает множество спорных вопросов в экономике, государственной политике, юриспруденции, социологии. Однако уже сегодня ни у кого не возникает сомнений, что блокчейн стал не просто новой технологией общего назначения, говорится в информации. Блокчейн – это новая институциональная технология.